Симптомы атеросклероза различны, так как атеросклеротические бляшки сужают просвет кровеносных сосудов и тем самым затрудняют в них кровоток. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, при этом одним из первых признаков является повышенное давление, также возможны приступы стенокардии. Одни из проявлений атеросклероза – это возникновение боли в ногах, так называемая перемежающая хромота из-за поражений сосудов нижних конечностей, что характерно для курильщиков. Головная боль, головокружение также дружат с атеросклерозом. Первое проявление атеросклероза – ухудшение короткой памяти. Вы можете хорошо помнить, как мама в 3 года водила вас в театр кукол, но совершенно забыть простой номер телефона, который вам продиктовали час назад. Если вы не верите, попробуйте выучить простой стих длиной 8 строчек. Если в молодости вы делали это играючи, то после 45 лет это сделать намного сложнее. Оставайтесь здоровыми.